всех приветствуем на сегодняшней трансляции нашего матча Салатилаев Нефтехимик. Вот таким получился состав Нефтехимик на сегодняшнюю игру. К составу юлаевцев перейду. Тем временем шайбочка-то уже в воротах, не в воротах. Очень интересный момент. Сейчас, конечно же, будем ждать решения арбитров. И некоторые споры возникли, естественно. Шайба линию не пересекла, вбрасывание в зоне соперника. Уже позиционно заходить в зону. Дроздов здорово за счет движения обыгрывает соперника. Можно бросать. Чуть выше ворот. Вот здесь сразу после этого, смотрите, вот потери, да, сколько важно сыграть внимательно. И гол. Шайба. Первая шайба в сегодняшнем матче на счету Нефтехимика. Боу! А это силовой от Газимова. Он, кстати, уже некоторое время, да, здоров играет и весьма неплохо себя проявляет. Сейчас опасный момент был у ворот соперника. Агирчук! Агирчук! Вот это великолепно. Смотри, ты пришел и пошло, да? Все-таки мы играем больше контроль, чтобы соперника измотать. Воу, 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 воу. Вот очередной опасный момент. Ваня Дрон... У нас молодое поколение, пацаны мастеровитые. Боу! А это как раз-таки один из молодых и мастеровитых. Комаров заряжает от синего. Он еще на молодежном уровне здорово выделялся мощным броском. По-моему, там кто-то подставил. В этом году он все свои травмы залечил. Да? Чувствует себя тоже отлично. Вот сейчас как раз тот самый Агирчук, который забросил первый гол, сделал классный блокшот. Делаем вывод. Все хорошо готовы. Опасно. Визовой тащит. Вязик. Нет. Чуть-чуточку. Ну что? 2-2. Опасно бросать. Скориков. Здорово. Гол, 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 гол. Классно. Классно, Скориков решение принял. Потолкались, разъехались. Ну, Сучков, это было очень интересно. Выглядело по картинке, наверное, как 4 гуфа. Гуськов. Ну, Сучков просто классно сейчас эту смену проводит. Навязывает борьбу, видит партнеров на ход вперед. Думает. Скориков классно с Черным сыграл короткую передачу. Снова они обменятся этими передачами. Ну, это же просто прекрасно. Ах, чуть-чуть не хотел. Ну, назовем это нефтекамской связкой, да. Второй они долгое время вместе играют. Весьма результативно. Неужели он задумывает лакросс, но здесь он больше искал партнеров. Здорово, вот это... Это же просто великолепно. Было близко. Что же делает сегодня Сучков? Это очень было классно. Просунул клюшечку между ног и отправлял шайбу под перекладину. Последние секунды, пустые ворота. Гуськов, Гуськов, Гуськов! Это 4-2.